Понимаешь, когда звучит слово менталитет, я тебе по секрету скажу, никаких менталитетов не бывает. Менталитет – это такие вот грани жлобства, да? Менталитет – это на завтраке на курорте в четырехзвездочном отеле в Турции, да, обваренные загаром спины, мат, тетки с надувными губами, истеричное хамство, пафос. Да, это менталитет. Рядом другой менталитет, сухонький германский менталитет. Но по мере повышения интеллекта всякий менталитет абсолютно испаряется. И на определенном этапе ни от каких менталитетов не остается следа. Самые такие вот важные, сильные впечатления, например, при посещении коллайдера, я испытал в столовой. В столовой, где собираются коллайдерщики со всех секторов. Понимаешь, ты там по поведению никогда не отличишь бразильца от русского, чеха от американца. Ни от каких менталитетов не остается никакого следа, когда есть интеллект. Когда этот интеллект людей собирает в какую-то совершенно особую группу, особый народ, стирающий все жлобское, все бездумное, все пафосное, все звериное. И мы же понимаем, что интеллект вообще полезная штука, что слушатели Соловьева это просто люди, которые лишены этого иммунитета, лишены интеллекта, потому что только интеллект является противоядием пропаганде. Только интеллект является противоядием вот всего-то, всему тому зверству, которое бессмысленному зверству, которое происходит в Украине.